Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Предприємства Гомельщини займаються освоєнням нової продукції і виходять на нові ринки. Основна проблема, зв'язана з цим процесом, необхідність зниження видатків і повищення конкурентоздольності товарів. Як не просто вижити, але й стабільно розвиватися у сучасних економічних умовах, поцікавився Олег Сінцеров. Гомельский завод «Литей Нормавів» працює уже больше 30 годов. Починали с обычных заклепок для тогочасной сельскохозяйственной техники. Зараз виробляють бавовно-уборочные комбайны и обсталювання для атомных станций. 135 гектаров территории и больше 20 вытворчеств. У середине 80-х Гомельский завод «Литей Нормавів» будовался с размахом, бо повинен был працювати на весь Советский Союз. После развала СССР рынок значно скоротился. В опошние часы додалися новые проблемы. Падение курсов валют у основных партнеров, снижение покупной здольности и, как выник, попыту на продукцию гомельчан. Компенсовать страты вырешили за кошт освоения новой продукции, причем одразу комплектующих для атомных станций. Пришлось, правда, прости шерх узгоднений и отримания необходимых сертификатов, але на предприятии перекананы тут сделали правильный выбор. Освоение производства муфт и контрагаек для строительства атомной станции Республики Беларусь. Мы на сегодняшний день освоили производство этой продукции, сертифицировали ее в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Вот, заключили уже договора с 9 строительными организациями Республики Беларусь и Российской Федерации. Пошук новых партнеров выявил и еще одну проблему. По якости и коште наша продукция часом вельми значно заступает за межным аналогом. В акционерном товаристве «Гомель» будут материалы кажут, что навод на сучасном замежном обсталевании продукционность працы у гомельчан у полтора-два раза ниже, чем на аналогичных предприемствах той же Германии, например. Сирот принимаемых мер – модернизация вытворчества и повышение профессийного уровня работников. Мы уже дошли до того, что где-то можем и в первые страны Европы, такие как Австрия, такие как, допустим, Швеция, Финляндия, поставлять свою продукцию. Правда, к сожалению, мы не в больших количествах, но мы поставляем продукцию. Это говорит о том, что она сегодня высокого качества. И еще один накерунок по повышению конкурентоздольности отчинной продукции – импортозамещения. Шмат такие комплектующие, как высветляется, можно без проблем выраблять и на мясцовых предприятиях. Тем больше, что их могутности часто недозагружены. И это не один плюс кооперации субъектов господарения, которые ранее никак не сотрудничали. В первую очередь, чтобы найти как бы работу для своих предприятий и района, это в целом и удешевит стоимость, или нам привезти продукцию, образно говоря, из Минска, или все-таки у себя на территории, да, где это будет заключаться в расстоянии 3-4 километра. Те же самые затраты гораздо уменьшаются. Поэтому из этой, как из экономической, так и из внутренних интересов района, города и области, будет использоваться именно вот такая кооперация. Олег Сінцеров, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель». Про перспективы развития чыгуначнага района Гомеля пойдзе размова завтра в программе «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Гостем студии станет керавник администрации района Виталь Уткин. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18:05. Онлайн-трансляция доступна на сайте tvrgomel.by. Свои пытания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прямого эфира у Гомеля 77-68-45. До інших тем. Питання травматизму застається актуальним во всі часи і для усіх предприємств. Як сьогодні ведеться діяльність по створенню належних умов праці на одним з найважніших предприємств обласного центру – Гомелі «Аблаутотранс»? Проверили представники Гомельского областного объединения профсоюзов. Автобусный парк номер 6 – это больше за 1000 человек персоналу, от яких залежит житё и безопека 40% пассажиров городского транспорта. У суки ожитявляется больше за 2000 рейсов. Справность техники, уровень подрыхтулки водителю и часом навык их самоотчувания. У этой справе пероликов не повинно быть ниде. Як же все организовано на самой справе, оценила комиссия Гомельского областного объединения профсоюзов. К великому сожалению, показатели не в нашу пользу. Исходя из этого, наверное, настало время предметного жесткого разговора и ответа на конкретные вопросы. Почему? И все ли мы сделали для того, чтобы создать нормальные условия для труда людям и одновременно и спросить тех, кто должен это делать.
минулым годе у автобусным парку номер 6 отбылся один смертный выпадок. 22-годовый слесарь опынулся затиснутым помеж стеной и автобусом. После трагедии на предприемстве была перегледжена нормативная база по хове працы и унесены новые потребования. Дополнительно, скажем, для стимулирования работников у нас было разработано и внедрено положение осмотра конкурса по охране труда и культуры производства среди структурных подразделений. Итоги этого конкурса ежегодно подводятся в конце года. Принятые меры приносят свои выники. В этом году выпадков травматизма на предприемстве допущено не было. На сегодня автобусный парк номер 6 зарекомендовал себе как один в области, где организованы постоянные занятки по охове працы. Несколько раз в день супрацовники проходят медицинский огляд. Для контроля за транспортом на линии укоренена спадорожниковая система навигации. Дякуючи ей можно отсочивать любую информацию, починаючи от дорожно-транспортных здарений, заканчиваючи тем, кольки секунд автобус стоит на конкретном припынку. Разом усе гэтыя меры дозволяют системе городского автобусного транспорта працаваць бесперабойно. Так, за апошні час поломки автобусов и зрывов рейсов зафиксовано не было. Ганна Ковалева, Ігор Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». З нагоды міжнароднага дня студэнта і надыходзячай гадавіны вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў сёння ў абласным цэнтры адбыўся ўрачысты мітынг. Ён быў арганізаваны ля помніка героям-камсамольцам, што ўсталяваны ў гонар моладзі, якая загінула ў барацьбе з ворагам у гады вялікай айчыннай вайны. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі гарадской улады і грамадскіх арганізацый, выкладчыкі універсітэтаў і каля 600 студэнтаў. Кожны меў магчымасць выказаць падзяку і аддаць даніну павагі героям-камсамольцам, якія праявілі высокую мужнасць і самаадданасць у баявых дзеяннях на тэрыторыі Гомеля. Яны загінулі ў маладым узросце і не змаглі ў поўнай меры пазнаць радасць студэнцкага жыцця, але здзейснілі вялікі подзвіг, падарыўшы гэтую магчымасць многім пакаленням пасля сябе. Удзельнікі мітынгу склалі вянкі і кветкі да мемарыяла, ушанаваўшы памяць гэтых юных герояў вайны, бо сучасная моладзь павінна аб іх ведаць і памятаць і быць захавальнікамі гераізму і мужнасці нашых продкаў. У адрас прысутных студэнтаў падчас мерапрыемства прагучалі словы пажаданні поспеха ў вучобе і творчай дзейнасці, натхнення і ўпэўненасці ў сваіх сілах, новых адкрыццяў, а галоўнае – дабра і міру. Бо захоўваючы мір на зямлі, мы спрыяем развіццю навукі, культуры і мастацтва, робім нашу краіну моцнай і квітнеючай. В первую очередь это праздник, который показывает значимость студенчества в нашей стране. Студенчество – это самая активная часть государства. Мы строим будущее, мы развиваемся. И если государство создает поддержку инициатив, то само собой развиваться будет и государство, и общество в целом. У Гомелі на скрыжаванні праспекта Касманаўтаў і вуліцы Царыкава адбылося сур'ёзнае ДТЗ. Вадзіцель аўтамабіля «Дэу Нексія» няправільна выбраў бяспечную хуткасць руху і сутыкнуўся з грузавіком. Ад сілы ўдару легкавую машыну адкінула на аўтамабіль, які ішоў па суседняй паласе. 39-гадовы вадзіцель «Дэу Нексія» загінуў на месцы здарэння. Пацярпелых больш няма. Астатнія ўдзельнікі дарожна-транспартнага здарэння абышліся тэхнічнымі траўмамі аўтамабіляў. Падрабязнасці інцыдэнту будуць вядомыя пасля праведзеных экспертыз. Проверка, все какие-то экспертизы судебная и техническая для установления полных причин совершения дорожно-транспортного происшествия, в которых водитель погиб. Да и планую узмацнить контроль за выполнением правил дорожного руху. До 22 листопада под особливой увагой будут обгоны и выезды на полосу сустрэчнага руху. Супрацовники ДАИ будут выкарыстовывать фото и видеофиксаторы правопорушения. В каждом втором дорожно-транспортном происшествии по причине нарушения правил обгона погибает человек. Это говорит о том, что такое нарушение несет в себе очень большую опасность. С початку года выявлено амаль 3000 подобных порушений, из них 12 со смертным заходом. Да и нагадываем, за порушение правила обгону и выезду на полосу сустречного руху предупреждена административная отказность в выгляде позбавления права термином до 1 года. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі адбыўся кубак в области по гіравым спорте. Спаборніцтвы собрали спортсменов не только из нашего региона. Лепшие отправятся на кубок краины, які пройдзе у снежні. За спаборніцтвами сачыў Максим Савин.
По словах организатора, у апошний час гировой спорт набирая популярность. 11 команд, больше за 70 спортсменов, у тым лику и 4 дзяўчыны, змагаліся за узнагароды Кубка области. Мужчины спаборнічалі у двоеборье, якое включает у себе штушок двух гир от грудей и рывок гира одной рукой. Вага спортивного снарада 24 або 32 килограммы. У мужчин 6 ваговых категорий. У дзяўчат одна абсолютная и одно практикование – рывок 12-килограммовой гиры. Узровень Кубка Гомельской области высокий. Трапить у призеры, не маючи звания майстра або кандидата у майстры спорту, проблематично. Правда, для некоторых перамога у гэтых спаборництвах не сама мэта. Мазыранин Сергей Дорожка – член национальной сборной. Ён рыхтуется до чемпионату свету, які отбудется у Ирландии уже на наступным тыдні. Кубок в области – этап подрыхтовки до отказного старту. На максимум вылаживаться не будем. Это как определенный этап подготовки. Будем просто проходить, посмотреть, какие определенные моменты отработали, что не отработали, что нужно доработать, что можно доработать. Нават працуючи у тренировочном режиме, Сергей Дорожка стал лепшим у своей ваговой категории. У агульным заліку команда Мазыра заняла третье место. На другим сборная чыгуначнага района Гомеля. Перемогли гіравікі з Житковичаў. Лепшие спортсмены будут оборонять гонор в области на Кубку Украины. Кубок области – это отборочное соревнование перед Кубком Республики, который будет проходить 5-6 декабря в городе Витебск. Вот, мы отберем сильнейших и постараемся достойно выступить. На республике мы постоянно делим первое-второе места в командном зачете. Наши соперники – это представители города Минск. Мы постоянно с ними ведем борьбу за чемпионское звание в командном зачете. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». І наприкінці випуска про надвор'я. Завтра чекається невелике потепління. Слупок термометра уздиметься до 9 градусів тепла. Вітер паўднёвий 6-8 метрів за секунду. Вечерами уночі чекається невеликий дощ. У четвер такий характер надвор'я заховається. Днем температура повітря 8-9 градусів без опадків. Ночі магчимий дощ. Дождливое надвор'я протягнеться і у наступні дні. А ось у неділю жыхару в області по прогнозах синоптиків чекає мокрий снег. Температура знизиться до 2-3 градусів тепла днем і до мінус 1 ввечері. Новини региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире.